жужжит, скрежет, вообще. Жужжиная голова получается. Сколько ты пользуешься машинкой? 8 месяцев. 8 месяцев. За 8 месяцев что ты поменял? Ну вот еще ничего не менял. Пришло время поменять сеточку. Сеточка, покажи сеточку. Сеточка старая. Я бы показал, но камера, наверное, не запечатлеет. Я потом ее поснимаю, кажется, с близкого расстояния. Давай, сеточка. Давай, распаковывай свою новую сеточку. Могли бы сделать виньетку, если честно. Just a rum in the bitch. I take the time, get me rich. И вот у нас старая сеточка меняется на новую сеточку, блестящую, красиво. Ну что, через 8 месяцев опять поменяем на новую. Это еще зависит от интенсивности цвет работы. Цвет подходит идеально, сила ровненько, жужжит, как новый. А как ты понял, что сетка уже протерся? Во-первых, здесь появилась зазубрина, которая цепляет кожу. Ага. Во-вторых, уже сама сетка прогибается очень-очень сильно. Она тонкая-тонкая стала, просто стерлась. И какая стерлась, первая или вторая? Быстрее стерлась, которая находится выше. Выше, то да? То есть контакт идет к ней больше, потому что она вот постоянно прижимается. Угу. Из-за этого, увы. Я понял. Ну, время пришло. Пишут на форуме, полгода, хватает на полгода. Ты говорил, что когда сеточку поменял, по-другому звучать начал, да? Конечно. В первую очередь, обратите внимание, когда сеточка изнашивается, шевер начинает нереально громко орать. Сейчас вот поставили новую сеточку, работает гораздо тише. Может, для потезов я оденю старую? Не хочу. Почему? Там торчат зазубрины, которые могут поцарапать. Так мы ж не будем, мы просто звук проверим. Хорошо. В чем заключается гигиена шейвера? Обязательно обрабатывайте, следите, бацилол, любые средства. Его надо хорошенько чистить, потому что такие вот маленькие нюансы, как вот маленькие прыщички, легко можно их порвать кожу, и выступит кровь. И следующий клиент то же самое, пойдет контакт крови. То есть внимательно следите за сеточками. Да. Гигиена — это очень важно. Класс, как новый. Его замени сеточку. Вот старая, к примеру, работает. Вот старая сетка. Мы ее оденем, я вам продемонстрирую. Да. Очень громко работает. Один новый. Да. Существенная разница. Спасибо, счастливо. Счастливо. Максим, спасибо.